Неизвестные лица совершили нападение на ресторан «Лувр» в Махачкале. Трое вооруженных людей в масках ворвались в помещение и открыли огонь. Затем они стали разливать в ресторане горючую жидкость. Один из посетителей попытался помешать злоумышленникам. В ответ преступники выстрелили ему в голову. После этого нападавшие подожгли ресторан и скрылись. Помещение частично выгорело.